вопрос был, что мы поняли за сегодняшнюю встречу через образ бонсай, да, через историю, культуру и искусство бонсай. Для меня это прежде всего изменение в жизни. Так же, как маленьким дерево оно рождается, это маленький череночек, потом оно взрослеет, и каждый сезон набирает крону, потом кто-то его обрезает, окультуривает, да, делает образ такой законченный и завершенный, эстетически красивый, так же, как и душа наполняется дружескими встречами и также обрамляется в лучшее свое проявление через друзей, через знакомых, через новые связи, что, собственно, и было самым главным в нашей сегодняшней встрече. Спасибо тебе, Андрей, большое за выделенное время. Вот, надеемся, что придем еще в ближайшее время. Спасибо большое.